Итак, здорово, чуваки, с вами Бодрыгин, продолжаем проходить Shadow of Tomb Raider. Давай начнем проходить, мы там склеп зашарили, вчера все прошли, там по малой возможности. Все, теперь идем к этому, спасать Унурату или кто там она, блин. Бог. Лара, ну что там? Перебралась через реку. Я уже рядом с тюрьмой. Тут везде охранники. Мы движемся к реке. Свяжусь, как будем на месте. Хорошо. Куда дальше? Вижу. Ларец не в Пайтите. Я знаю. Я должна примкнуть к Амару. Все труды после смерти Сайри, все тщетно. Этому не бывать. Вставай, пошли. Время вышло. Кто-то должен найти ларец. Если не воскресить солнце и не преобразить мир, всем нам конец. Но я нашла еще одну подсказку. Может быть. Твои татуировки, затмение и цапля, точно такие же символы были выгравированы на алтаре. Что? Что они означают? Это знак моей судьбы. Алый огонь Чакчи. А вот мое прошлое. Это символ Синчичику, последнего императора Пайтити. Гробница в верхнем квартале. Отведи меня к ней. Они там все обшарили. Если бы там что-то было, они бы давно это нашли. Но у Амару нет этой зацепки, он не знает, что искать. Там полным-полно охраны. Придумаем, как обойти. Это опасно? Конечно. Такой взгляд, блин. Не будем терять время. Путь достижения, семейные узы. В порядке. Он помог мне найти вас. Сейчас он должен быть Сучу. Правящую династию лишили власти. Правитель стал номинальной фигурой. На самом деле город контролируем мы. Мы позволили правителю остаться по двум причинам. Во-первых, это дает нам возможность сосредоточиться на поисках серебряного ларца. А во-вторых, это успокаивает местных, которые противятся любым переменам. Так, что еще у них тут есть? Вроде ничего больше. Иона, я с Унурату. Хорошо. Эцли хочет что-то сказать. Мама, мы высылаем подкрепление. Мне помочь Учу или захватить территорию, когда враг...
враг отвлечется. Пока меня нет, ты за главного, Эцли. Доверься своему чутью. И чё? А чё так мало-то? Всего 10 опыта, блядь. Ага. В смысле? А смысл не дотянулась? Да, блядь, должна была, не? А куда тогда? А, вот. Блядь, не заметил сразу. Это последний, что ли? Пока что. О, там есть этот. Веди. Там тайник есть. Бля, как его забрать? Просто без тайника не хочу уходить. Нет места. Ничего не могу взять. Вот здесь же тайник был, не? Вот оно. Чё наёбывается? Так, давай склеп тогда обшарим по-быстрому, параллельно, ну. Зараза! Ебать, а выход-то где тут будет тогда? Карта. Кукулькан уходит из Пайтити в Новолуние. Кукулькан возвращается вместе с другими чужаками во время возрастающей луны. Они спорят. На следующее утро вся группа в хорошем настроении отбывает в своих обсидиановых птицах. Так, да, это золото, уж, да? Угрюмое зрелище. Это изи, блядь. Да, это надо искать другой выход. Огнестойкость.
Ай, подожди, что это? А, вон там фреска есть. Пусть Квиспи подарит нам изобилие пищи, припасов и удобств, когда мы встретимся с ним в новой жизни. Так, я так понимаю, это выход. Убийство – смерть. Кража урожая – смерть. Кража шкур – смерть. Тунеядство – обревание головы. Драка – возмещение пострадавшей стороне. Пьянство в общественном месте – побивание камнями. Исключение – во время праздника или для людей старше 70 лет. По приказу секты Кукулькана. Кукулька, ну когда что там за дырка, ебать, надо слазить нахуй. Эти ловушки сложнее, чем я надеялась. И что, это золото, да тупо? Ну ладно, что? Тоже норм. Хуйня. Ебать, теперь выбраться отсюда будет сложнее всего, но... Наверное, блять, нам надо сюда. Заебок. Золото есть. Нет. Да ну нахуй, блядь. Спасибо. Ладно, паузу ставлю. Так, я добрался. Продолжаем дальше.
А где выход, блядь? Бедняк принесли в жертву. Они покинули города и бродили по окрестностям, пока их не похоронили заживо. В смысле? А как выбраться? А, ну-ка. Ага, понял. Какой-то пиздец, честное слово. Блядь, трудно выбираться отсюда, блядь. Дотянулся. Так, а тут больше ничего нету, да? На сундук есть, а где он? Ну, он где-то там наверху. Не, наверное, не дотягивается, блядь. Наверное, какой-то другой путь у нас отхода. Бля. А куда ж идти туда, ёпта? Да только сюда, слышь. Ну, я же говорил, да. Просто надо было зацепиться. Она меня ждет, заебись. Вроде бы все. Пошли. Ну да. Возьми ключ. Пошли, я кое-что покажу. Скоро затмение. Когда солнце скроется, нужно открыть ларец. Он таит в себе великое искушение. Он будет манить меня, завлекать фантазией, предлагать легкое решение всех проблем. Но все же это будут только мои сокровеннейшие желания. Я всю жизнь училась противостоять искушению. Амару еще даже не видел ларца, но его разум уже в плену этой силы. Пайтити — это прежде всего люди, и только вместе мы сможем его спасти. То есть перемены, к которым стремится Амару для Пайтити, будут равносильны уничтожению? Да. Извне исходит много угроз, но риск. Часть жизни. Мы идем на него, чтобы остаться верны сами себе. Откуда ты знаешь, что сможешь устоять перед искушением? Я не знаю. Но если я не справлюсь, алый огонь направит меня и не даст нарушить обет. Нам пора.
Что такое алый огонь? Это моя судьба. Так, подожди. Так, я тут был, да? А кто-нибудь из этих существ забирался сюда? Они опасны. У Тринити были с ними стычки в пещерах вокруг Пайтити. И у алтаря, где не оказалось ларца, они пришли за мной. Яшель? Они высокие, быстрые, голодные, даже отчаянные. Я бы не называла их существами. Они нечто больше. Да, я тут был, я тут шарил с прошлой серии. Золото мое. Тут должен подойти мой ключ. Я попробую. Ну и чё? Что случилось с Яши? Есть много преданий. Это было давно. Но они неустанно защищают Пайтити. Защищают? Не знаю, этого ли они хотят на самом деле, но выходит так. Они не нападают на город? Нет. Мы всегда жили в согласии. Похоже, Амару планирует публичное жертвоприношение. Мятежника? Надо его остановить. Нет. Мы не готовы и не можем рисковать ларцом. Воин, которого хотят казнить, предпочел... Держись рядом и делай, как я. Они могут на нас наброситься. Сюда. Чумпинеш, Учкилич, Ольтонекш. Которые ставят под угрозу наши жизни, нашу тайну. Их предводителя, предательницу Унурату, вашу падшую царицу, я взял в плен. Но еще не поздно ее спасти. Сегодня мы делаем подношение Кукулькану. Пошли, час, посмотрим, что он делает. Затмение. Своей жертвой этот мятежник искупит былые грехи. Да узрят его товарищи свет и примкнут к нам. Амару сказал, что не хочет насилия. Для него оно просто инструмент. Что за пиздец? А сколько народу, пиздец, или проталкиваемся на. Принесенный в жертву. Он вновь становится одним из нас. Все эти люди ему верят? Они боятся. И неспроста. Уже недалеко. Гробница за этой дверью. Стой. Невинные глаза сомкнутся на рассвете, когда сгинет слабость.
гробница наверху. На той статуе я посторожу ворот. Я скоро буду. Иона, мы приближаемся к гробнице. Ух, ебать тут. Мы возле реки. Дай сигнал, и мы вас вытащим. Скажи, как будешь готова. Да, пожитки соберем тогда. Тут дохуя всего есть, но я имею в виду из трав. Артефактов, в принципе, пока нет никаких. У меня нет столько места. Все, пиздец. А тут травы одни, ёпта. И не влезают мне. Что это? Где ты залез-то, блядь? Как туда залезть-то? Вот здесь, по-моему, да? Да. Ладно. А, тут что-то есть. Тоже, да. Хуйня какая-то, ничего нету. А как дальше попасть? А, вижу. Давай, лезь. Хорошо, поищем вход. Вот он вход. Здесь можно пробраться. А я допрыгну? А что бы я делал без крючка, блядь? Что это? Нереально. Больше Лара, я не несу. Ты где? В гробнице императора. Я почти нашла, что нам нужно. Мы будем ждать. Что это, хуйня? Все на нем взаимодействует. Кто-то поддерживает здесь огонь. Значит, его почитают. Ну, наверное, да. Какой изысканный алтарь. Видимо, это был важный правитель. Ну, по-любому. Нет места. Ничего не могу взять. Тоже, да, запитан. Подожди, блядь, тут дверь была какая-то. Гробница последнего императора. Секта могла возникнуть после его смерти. Так, цапля и затмение. Что я упустила? Стоп.
Стоп, это Лопес оставил. Сердце змея лежит в чаше. Куда? Бля, там дверь была какая-то, я не зашел на нее, сука. Командир Рурк, есть зацепка по ларцу. Выслать отряд за Крафт. Он ратал. Нет. Отдай его, Эдсли. Он мой наследник. Он возглавит Пайтити. Он юн, но силен. Его дух благороден, как и кровь. Давай, продолжай говорить со мной. Ларец будет тебя искушать. Держись. Мы все вершим свою судьбу. Да досиделась, блядь. Пусть попробует найти. Блять, сзади убили, ёбаные пидоры, сука. Thank you.
пусть из дробовика стреляем. Подробовик имбовый охуенный. Что, да есть. Бля, 2 патрона осталось. А хуй знает, закончится или нет. Будем надеяться, что кончились. Нет места. Ничего не могу взять. Так, ну что, пойдем дальше тогда. Больше нет трупов никаких обшарить. Тебя. Эй, почти все готово. Уже иду. Где он, Рато? На нас напали. Она погибла в бою. Где мама? Твоя мать, она храбро сражалась. Но это амулет предводителя. И теперь он твой. Она была воином. Близится затмение. Если не возвратит солнце... Я найду ларец. Я ни за что не отдам его секте Кукулькана. Начинайте приготовление к похоронам. Он у Рато будет жить в каждом из нас. Учу, помоги им с лодкой. Надо готовиться к бою. Восстание должно победить. Мы вернемся с ларцом. Береги себя. Вернешься, мы будем готовы. Что дальше? Вернемся в Кувак-Яку. Подготовимся, а дальше решим. Все ради новой загадки. Какой же? Сердце змея лежит в чаше рядом с каменными ликами.
лучше, чем ничего. Наверное. Надо найти ларец и покончить с этим. Что это? Тут нашел. Не двигаться. Не искушай. Так, ну что, чуваки, давай тогда продолжим с сервисом, с сервисом богами.